Опачки. Фредди, привет. О, привет. Хорошо, что я тебя застал. Нашей труппе опять нужна помощь. Фредди, напугал ты меня, ёлы-пал. Только зашел домой. В проведении грандиозного зимнего фестиваля. Большой праздник намечает. А я забыл. Подарками, фейерверками и снежным экспрессом, доставляющим радость в каждый дом. Зимний фестиваль. Секрет Санты, украшения елки, одни гномы, блинчики и еще скоро какая-то шняга. Фантаст, ну конечно, награды, блинчики. Так, вижу ценность. И в финале плащ Санты шире. Ничего себе прочность. Хороший. Нормальный, еще и шанс у ворота. А штанишки прилагаются, Санты? Санта, шериф, ты чё, без штанов ходишь? Я понять не могу. Украденный праздник. Я тут с тобой расстанусь, надо подготовить лавку к открытию. Давай-давай, мужчина, давай-давай. И, кстати, вот отнеси фейерверки, учти, они теперь на весь золото. Шикарно. Тролло-лошечка, ну чё, будем смотреть обновление? Поехали. Как все красиво было, а? Тя-тя-тя-тя. Да-да-да, это оно. Вставляем фейерверки, потом все будет взрываться, да? Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. Иха! Ковбойцы и индейцы. С наступающим тебя. Слушай, да, с опозданием тебе показывают фантастическое обновление. Чё си, как сделали на этот раз, да? Ты смотри, чё. Класс. Так, ладно, поехали. У нас, короче, очень много активностей. Очень. Аж 4. И к ним еще вот эта ерунда, да? И мне говорили, какие-то ключики фармить надо. Короче, сейчас все посмотрим. Буффало Джилл. Здравствуй, очень рада, что Фред нашел тебя. Нам позарез нужна твоя помощь. Да без Б вообще. Надо спасти зимний фестиваль. Мы его целый год вместе с дядей Биллом готовили. Его похитил Корни Рампус. Ну типа Крампус, да? Конкурент, завистник и просто нехороший человек. Пироманьяк. Для него даже фейерверк, источник взрывчатки, а не символ праздника. Вообще ненормальные. Так что мы решили собрать их все, чтобы не достались Рампусу. Ну и ради самого большого салюта на Диком Западе, конечно. Кстати, если Фред тебе отдал фейерверки, заряди ими пусковую установку. Чик. Хорошо, да? И пошла дальше жара. Ой, нормально, нормально. То есть нам вначале, нас двигают, да, очень хорошо по этому прогрессу. Внести 50. А, вот и первый левел, да? Чем больше фейерверков, тем ярче праздник. Да я понимаю, блинчики. Вот, смотри, передатель рядом с нами стоит. Встретиться с Ханной. Нам, как обычно, да, показывают, короче, все активности. Ящик с игрушками. Фабрика какая-то дядюшки Билла, да? Впрочем, нам тоже ключи. Ну вот Бим-Бом вернулись. Да что ты говоришь? Ну хорошо, хоть не Биба с Боба, блин. Бим-бом это куда ни шло, блин. Класс, и вот она активность пошла, да? Так, смотри, вот Бим. Ян Хансен, бармен. Так, понятно, ничего хорошего в его баре. Вообще, чё хорошего? Ну, а нет, хотя смотри, вот вискарь есть, да? И мясо жареное, чё тебе ещё надо? Это пальцы лезвия. Парыхмахэ. Вот так вот и будем Сантой, да? А чё нет, смотри, чё. Чик. Лицо. Ёлки-палки, пойдем отсюда. Блин, у тебя пальцы кривые, ты такие вещи творишь, страшный мужчина, я в шоке, блин. Фабрика подарков. Чё делать-то здесь? Ёлы-палы. Я попал в рай. Ха-ха, грязь. Так, это и чё, я всё лутать могу? Ага. А вот это что за штука-то? Так, бронзовый ключ Санты. Открывает бронзовый сундук Санты в фабрике подарков. Ну, хоть времени нету, да? Открываем. Ага. Ничего не понял. Ёлки-палки. И вот это все тебе надо вскрыть, да? Медный ключ Санты. Медный ключ Санты. Дошло. Во-первых, значит, тут вот эту всю говнятину надо разобрать, чтобы тут красиво было, да? Я в шоке, блин. А это какой? Медный. А это? Тоже медный.
Так. Сука, молодцы. Ой, блин, не перестают удивлять разработчики. Да? Реально, вот каждый... А, они же по цвету, ну ёлы-палы. Ну вот же цвет, да? А вон, смотри, синяя ёлка. Я должен дойти до ёлки, во что бы это ни стало. И зубами, зубами вот это всё. А, да нет, так нельзя. Чё это нет? Когда я мясо съем, я вообще просто... Блинчики, дайте мне топор. Медный топор, несерьезно. Два медных топора, куда ни шло. И железный. Какой-то, блин, опять компенсацию дали, да? Когда дают компенсацию, я вижу подвох, честно. То есть у меня забрали что-то фантастическое и дали какое-то говно на почту. Вот так у нас происходит. Ну, я же говорю, несерьезно, медный топор. Да ты чё вообще офигел? Я стальной, кстати, сломал, да? Блин, ой, это что такое? Золотой ключ Санты! Я хочу этот сундучело! Блин, класс! Ну, это понятно, что... А, серебряный, вот-вот, смотри. Насколько нам хватит разобрать весь этот беспредел, да? Все, сломался инструмент. Так, окей, потом. Потом доразбираем. Медный, да, бронзовый, зеленый. Как их тут много, я офигею просто. Требуется топор. Чё, может спрячьте здесь ключ? Так, давай срубим одну ёлку. Пошла жара. Это тупо дерево или ёлка? Если будет ёлка, я вообще в шоке буду. Капец. Поставь ёлку на ранчо, укрась игрушками и получай ежедневные подарки. Ёлки-палки. Ну блин, ну это круто было всегда, да? Мы наряжаем ёлку всегда. Я не знаю, зачем менять такие фантастические традиции. Изобретать что-то. Вот как изобретать надо, да? Класс. Но елочку-то надо наряжать по-любасу. Молодцы. Я даже не знаю, что сказать. Выше всяких похвал. В очередной раз, блин. Представляешь? Да что такое? Бим и Бом оказались самыми храбрыми курьерами Снежного экспресса. Остальные боятся вернуться, прячутся по лесам да горам. Бедняжки. Какие молодцы. Если тебе нужны ключи от сундуков, ищи курьеров, спасай их от бандитов Рампуса. И с ключиками возвращайся на фабрику. А где курьеров-то искать? Чё-то я прослушал. Поговори с Бриксом. Я прослушал, блинчики, как всегда. Ха-ха, блин. Здорово, Брикс, блин. Привет, сразу к делу перейду, наконец-то. Хоть кто-то к делу. На складе у станции хранятся подарки. Планировалось, что Снежным экспрессом их доставят во все дома Уэстленда. Ты сказал сразу к делу, а теперь балаболишь, блинчики. Текс. Вы чё, прикалываете? Вы продолжаете удивлять, ребята? Я правильно вас понял? Так, никакого времени нету, ничего нету, да? Курьер Снежного экспресса. Здравствуй, стрёмный эльф! А ты вовремя, бандиты готовы предпринять новую атаку. Извини, но мне лучше вновь спрятаться где-нибудь. Дарить подарки я умею, а вот защищать их... Не умею, блиночки, ну молодцы, ребят. Защити станцию. Капец. Ищем бомжей, я понял. Бегу, он меня стрелка ведет. Да вы офигели, блин. Еще где-то 4 бомжа. Класс. Мужчины, блин. Тяжелая артиллерия идет, короче. Да блин, где? Вот они. У меня как раз ружье под вашу бригаду, блин. Все, до свидос. Молодцы. Я в шоке вообще. Ты подумай, что придумали, а? Ну реально класс, блин. Атака отбита. Отличная работа. Вскоре бандиты вернутся. Надеюсь, ты будешь рядом, чтобы остановить их. Жаль, с нами нет Билла, нашего Санты. Надеюсь, этот шалопай Рик найдет логово Рампуса, и мы сможем спасти дядю Джил. И нам дают крутилку, да, поддержать Джил. Ну, нас знакомят с тобой. И пошла жара, да, в осаде, смотри чё, класс. Я офигею, бандиты Рампуса надо помешать им, не дав украсть 3 подарка. Здесь 4 подарка. Ну, понятно, да? То есть тут надо, чтобы все 5 украли. Тут всего 4, а тут 3 украли и до свидания, ты проиграл. Класс. Крутану рулетку. Чё здесь? Шанс увернуться от атаки. Хороший рюкзак, да? Хороший без б. Жалко, здесь синих этих нету. Ну, ты понял, да?
Ну-ка дай мне рюкзак, блин, покажи, что чудеса бывают. Чего тебе стоит-то, а? Новый год все-таки. Ну-ка дай рюкзак, ё-моё. Да ты что, прикалываешься? Что такое? Ну как бы да, в принципе, на Новый год это неплохо, да? Целых 6 больших бутылей, блин. Так. Ура, рулетка принесла нам удачу. Я только что узнала, что у Рика есть какие-то новости про дядю. Понял. Расспросить Рика. Гоняйте меня туда-сюда вообще, блин. Ну ладно. Рик Форд, предатель, привет, блин. Эх, кто-то опередил меня. Ну ты рукожопый вообще как бы. Есть очень хорошие новости. Дядя жив, и один из бандитов подтвердил это. Наш Санта в лагере Рампуса. Вот только где этот лагерь искать, я увы пока не знаю, понятно. Логово Рампуса. Дождаться, когда Рик найдет логово. О, вот это я удачно зашел. Что здесь? Ну как бы вперед из песни коврик из оборотня. Вообще огонь. Подарок с оружием. Кофейник. Ничего, блин, ну вот эти, да? Ой, колечко, смотри, что. Костюм эльфа-курьера. Слушай, классно, классно. Ну и рюкзачок, понятно, стоит достаточно солидно. Сапоги Санты шерифа. Хорошо, шанс у ворота. Это вообще, короче, да? В этой ерунде супер, как ее? Ну ты понял, да, испытания, каньон испытаний. Так, я кого-то ищу, я не всех посмотрел. Бим, вот он бом. Ты пойдешь на фабрику, я верно поняла. Ух, смелости тебе не занимать. Пойдем, блин. Принеси курьеру бому елку. А, я же срубил, да, одну? Я, что-то я не понял. Тебе здесь всегда рады, ну я как бы вообще, я легко. Вот теперь до меня дошло. Блинчики, а еще эту штуку можно куда? Правильно, елочку наряжать дома, да? А также можно покупать вот эти фейерверки. О, фейерверки! Я сразу не понял. Капец, как это круто был, ты понял что? То есть, нам нужны фейерверки, нам нужны игрушки. Вообще огонь. Короче, дома елочку надо нарядить. Потом ключики искать Санты. И вот этих бомжей, да, бомбить. Которые пытаются там курьеры, не курьеры. Вообще классно. И еще при этом вот здесь награда. Ты понял, что сколько активности? Я в шоке, блин. Что первое делать? Я не знаю, смотри сам. Все прикольное, без Б. А вот этот торговец, он обновляется, да? То есть смотри, я сейчас могу уже купить вот эту ерунду и вот эту. Мне что надо? Много-много фейерверков, блин. А где их брать? А вот где их брать, блинчики. Вот где их брать, да? О, смотри, что. Класс. Вот таких пацанов надо искать. Огонь, прикольно. И его, вот смотри, что. Ну, курьер, ну ты понял, да? И его, короче, медный ключ Санты. О, супер. Просто огонь. А куда вливать сразу игрушки? Да стопудово в елочку. Вот она, красавица праздничная. Я не знаю, куда ты будешь вливать, но мне кажется, самое круто, конечно, елка. Прежде всего, елку, да, наряжаем, чтобы как можно быстрее начать получать подарки. Так, давай что-нибудь я по пути еще сам бомбану быстренько. Ну вот, дубовый лес, 35-й левела, к примеру. Да, смотри, что. Спасите, ребята, помогите. Они в обычном дубовом лесу, ё-моё. Дружище, ты спасен, все хорошо. И это что такое, матерый суперволк? А вон еще, что ли? Ну-ка. Чик. Хорошо, слушай, мне это нравится. Равнинный кай... Нет, это просто тупо. Вот это просто тупо, ну, на локации сюжет. Короче, один этот гномик на локации может попасться, да? Курьер этот грёбаный. Фу, приехали. Все-таки первую елочку надо, а потом вот эту вот тему. Ну, полюбасу. Первую надо наряжать елку. Через 3 часа, да, обновляется, и опять ящики с игрушками покупаем, да? Вот и все. Капец. Ну, бом, ну молодец, удивил. Вот они где, эти ключики. И тоже через 3 часа обновляется. То есть мы с тобой фармим медные ключи и точка, да? Как бы, что тут думать? А потом меняем, да, и вот такую штуку получаем. Огонь. Вообще огонь. 2 ключика за раз на локации находим, да? Ой, вообще, фантастика. А вот золотой ключик.
И это будет, ну ты понял, да? Где это будет? Вот где это будет. Ой, класс, класс. Слушай, ну прикольно. Ну придумали вообще класс. Фиг. Один такой вскроем, да, один такой. Игрушечки для елочки, опять же, допом. А это вот оружие, которое нам добавили, да? Оленьий рог, не оленьий рог. Мужчины, вот, зелененький. Блин, молодцы. Чё я могу сказать? Молодцы. Ну, надо ключи фармить, в общем. Бомбить надо ключи со страшной силой, да, чтобы быстрее елочку нарядить. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, конечно, оцени лайком. Фантастика, просто огонь. В очередной раз разработчики показали, как надо делать обновление зимнее. И всегда что-то новое придумывают. Блин, 10 из 10. Реально. Очень интересно, очень классно. С наступающим тебя. Ну и побыстрее нарядите елочку. Пока-пока.